Богучанский алюминиевый – самое современное металлургическое предприятие в России. К примеру, здесь нет профессии электролизника. Вместо него краном-роботом управляет оператор. Самый-самый БУАЗ и по экологическим показателям. Французская система марки Solius очищает газы на 99,85%. Это соответствует и российским, и европейским нормам экологии. Александр Ус впервые побывал на БУАЗе и посмотрел всю цепочку производства металла. Губернатору рассказали, что чистейший алюминий БУАЗа сегодня востребован по всему миру. К нам опять приезжает Ходока. Это очень хорошая фирма, которая выпускает непосредственно сплавы для изготовления вот этих айфонов. Электрооборудование Apple. Они рекомендуют уже нас, в том числе и Китаю. Показали губернатору и новый итальянский литейный комплекс «Проперцы». В сентябре он начнет производить высокотехнологичные сплавы для автомобильной промышленности. После осмотра цехов губернатор провел совещание с представителями «Русала» и краевыми министрами. Один из главных вопросов – строительство второй очереди БУАЗа и выход на проектную мощность в 600 тысяч тонн металла в год. Это третий показатель в стране. Вторая очередь даст району около 2000 новых высокооплачиваемых рабочих мест. В рамках сегодняшнего нашего совещания мы приняли, так скажем, решение по нескольким вопросам. Прежде всего, это необходимость ускорить принятие решения по строительству второй очереди, коль скоро в этом есть и большой экономический смысл, и наши социальные планы все-таки были рассчитаны на того, что будет как раз две очереди с соответствующими производственными показателями и соответствующей социальной инфраструктурой. После совещания губернатор побывал в рабочем поселке Таежный. Благодаря запуску БУАЗа он стал самым развивающимся в крае. Для семей сотрудников «Русал» построил 9 жилых домов на 637 квартир. Еще 4 готовятся к сдаче. В ближайшее время будут достроены 2 детских сада на 500 мест, школа на 350 детей и поликлиника. По мнению главы «Русала» Евгения Никитина, Таежный должен стать комфортным для жизни поселком. Мы будем выделять точки основные, куда надо направить усилия, чтобы жителям будет комфортнее здесь жить. Мы смотрим парк, мы смотрим прогулочные зоны, мы смотрим, вот сегодня у нас физкультурно-оздоровительный комплекс, что у нас там с бассейном, ну, людям что-то заниматься необходимо, да, понимаем, что это север края. Свои социальные обязательства выполнят и краевые власти, подтвердил губернатор. В этом году решится вопрос строительства новой котельной, а реконструкция участка гравийной дороги до Богучан на 6 миллиардов рублей должен поддержать Совет Федерации. Антон Попов, Иван Марков, новости «Прима».